опасность тут на уровне, однако. Есть кто живой? Зовись! Стоп. Что-то тут явно не так. Попробуем испортить сюрприз. Наткнулся на лазере. Конкретней. Лазеры? Куда конкретней-то? Ну, допустим, есть газовые, только их 8 типов. Азотные, углекислотные. Блин, да сигнализация же! А! О! Это мои! Что? Так, а можешь обойти? Ну, нет, в смысле, я их установил еще до ухода из Bloomforge. Они их оставили. Парни всегда любили винтаж, но... Зацепишь один, и Bloomforge тут же уйдет в автономку. Блин.
Ясно, мне не влезть. Юджин, вперед. Юджин подрублен к мобиле, значит, то, что я могу делать здесь, могу делать и через его камеру. Вот будет сюрприз для этих умников. Отлично, Юджин. Пора домой. Придется изменить маршрут и вырубить эту хрень. Блюм. Клапанными системами, учитывающими перепады внутреннего давления. Ну, и лазерами. Ну да. Кто бы сомневался. Хаков тут не пройти. Кофе, внимай.
проблемы. Издеваешься, что ли? Тут под ЛСД оттопыриваются. Посмотрим, что тут есть на Фривера. Черт, совсем хреново. Выберусь, позвоню ему, но сначала надо как-нибудь выбраться. Пойду-ка я отсюда. Уходя, гасите свет. Вот так. Видишь его? Нет, ничего не вижу. Может, ушел? Тихо, ищи давай. Не увидят, не застрелят. Хочешь новые зубы? Не расслабляй. Кто там шастает? Что там за хрень творится? Так, нашел я твой файл. Честно скажу,
Дела хреново. На тебя натравили лучших устранителей. Тех же, что на меня охотятся. Блин, у них даже моей биометрики нет. А все равно находят. А теперь ты им понадобился. А через 10 лет? Почему? Не знаю. Но надо понять, в чем дело, перед тем, как начать планировать побег. Инфы, правда, мало. Знаем только, что устранители нашли тебя в Бомжуйске. Ну, вряд ли я туда вернусь. Что делать-то? Есть идея. Я тебя забираю и переходим к фазе 2. Не говори так, а то у меня начинается паника. Паникуй сейчас, пока есть время. Ты у нас раскрутишь устранителей. Нет. Рэй, нет. Мне пора. А то сейчас тут будет шумно. Проверьте там!